Мы все с вами знаем, что такое цветовой круг и как он помогает в определении цветовых сочетаний. Но как же найти тот основной цвет, от которого эти сочетания искать? И что делать, если вы не знаете свой основной цвет и очень хочется, чтобы палитра гардероба соответствовала вашему типажу внешности? Тут есть два пути. Можно обратиться к специалистам, а можно потратить буквально 5 минут и решить эту проблему самостоятельно. Я предлагаю вам второй вариант. Для начала делаем селфи, либо просим кого-то нас сфотографировать при дневном освещении и следим за тем, чтобы цвета максимально соответствовали действительности. Моя фотография. И смотрим, относительно какого цвета мы будем подбирать основу, что у меня будет основой подбора. Это может быть цвет волос, это может быть цвет кожи, это может быть цвет глаз. Можно выбрать несколько цветов и последовательно проверить каждый из них. Но давайте подберем к цвету глаз. Беру пипетку. Инструмент пипетка позволяет данный цвет определить цветовой палитре программы. Беру глаза. Ну, примерно, да, вот это цвет моих глаз. Вижу. Видите, нажимаю на пипетку, находим максимально подходящий цвет. Вот он. Примерно такие у меня глаза и есть. Далее нажимаю на этот цвет и получаю палитру цветов. И смотрите, в самом низу, вот здесь, это есть индивидуальный, уникальный код данного цвета. Мы заходили в программу ради того, чтобы выяснить вот этот уникальный код. Мы его копируем и идем в основную программу, которая будет заниматься цветовым подбором. Программа находится в свободном доступе. Вы набираете Edup Color. Это цветовой круг, генератор цветовых палитр. В свободном доступе находится программа, вы ее легко найдете. И смотрите, основной цвет у нас находится посередине. Мы сейчас находимся с вами в цветовом круге, первая панель. Основной цвет. Сюда я завожу тот уникальный код, который мы только что с вами нашли. Нажимаю Enter. Вот он мой цвет глаз. И вот эти вот цвета подходят к моему цвету глаз. Если брать квадратный подбор, можно брать комплементарную схему, последовательную, треугольную, классическую, как угодно. То есть я вижу, что все эти цвета мне подойдут. К цвету моих глаз подходит вот эта цветовая палитра. И если я приобретаю какую-то пряжу, либо какое-то изделие данного цвета, я точно знаю, что она мне подойдет. И после этого я могу уже переходить в классический цветовой круг и относительно этого цвета подбирать себе гардероб. Он будет точно соответствовать моей внешности и точно будет меня украшать. Точно так же вы можете подобрать основной цвет как цвет ваших волос, либо как цвет вашей кожи. Сохраните себе эти цвета, желательно на телефоне, чтобы они четко соответствовали действительности, потому что при распечатке чаще всего идет деформация цвета. И при приобретении ткани, пряжи, либо готовых изделий всегда будете знать, какой цвет вам подходит, на какие цвета обращать внимание.